наймасштабніший дитячий проект Одеси вже в ефірі. Топ-кіт знайомить глядачів з найталановитішими діточками Одеси і області. 300 учасників, професійні журі, подарунки від партнерів та почесних гостей. Пісні, танці, акробатика, гімнастика, повітряна гімнастика і не тільки. Такого шоу Одеса ще не бачила. Сідайте зручніше, буде цікаво. Сьогодні ми познайомимо вас із талановитими діточками Одеси і області, які змагатимуться за призові місця у категорії «Вокал». А оцінювати їх будуть професійні журі. Світлана Захарова – автор-виконавиця, популярна співачка, яка виступала на Бродвеї у Нью-Йорку, суддя та переможниця міжнародних вокальних конкурсів в Угорщині, Білорусі, Україні. Олеся Перекальчук – провідна солістка-вокалістка Одеського академічного театру «Мускомеді» імені Водяного, лауреат міжнародних конкурсів вокалістів, педагог естрадного та академічного вокалу. Ірина Чекмарьова – оперна і концертно-камерна співачка, консультуючий педагог з вокалу, учасниця телешоу «Китай має талант», місто Шанхай. Олександр Чекмарьов – гітарист, вокаліст, композитор, педагог, фіналіст телешоу «Голос країни», учасник концертних програм і великих фестивалів, у тому числі Дня міста Одеси. Наступний номер має такі рядки: «Подруг як не маєш, ворогів не знаєш». Це номер конкурсантки Шаврієвої Дар'ї з СМТ «Чорноморське». Вітаємо!
Дениз. Здравствуй. Во-первых, у тебя очень сильный голос, и с таким голосом на самом деле можно идти дальше и разрывать. Ну, понятно, что может быть не в этой композиции, но чтоб ты знала. Песня достаточно сложная тем, что у нее есть, ну, скажем так, некая верхняя середина, а потом надо срочно уходить вниз. И как бы этим надо овладеть, чтобы это звучало. Ты молодец в любом случае. Спасибо. Наступна конкурсантка Фомюк Кристина приїхала з СНТ. Доброслав, зустрічай. Скажешь, я вижу, залу нравится, правда? Поаплодируем еще. Девчонки старались. Кристина, умничка, молодец. Вообще, все девчонки молодцы. Такой яркий, красивый номер. И венок красивый. Это очень красивый аксессуар, правда же? Такой яркий, блестящий. Я даже подумала, можно и платье такое сделать. Вот. Солнце, смотри, у тебя очень зажигательная, яркая песня. Она требует много энергии и большой выкладки. Если ты берешь действительно такие классные песни, я вижу, у вас профессиональный педагог и профессиональные люди, да, которые с тобой работают. Смотри, надо делать больше, чем даже энергия, которая заложена в песне, да? То есть старайся делать максимум всегда. То есть не жди конца песни, чтобы вот, ну, расслабиться, да, запеть. Старайся в самом начале сбросить все напряжение и донести эту энергию, этот посыл номера. Потому что ты талантливая. Кристина, молодец. Аплодисменты. Наступный конкурсант из міста Южне. А саме Межинский Святослав. Встречаем.
Межинський Святослав – 12 років, вокаліст, художник, лауреат міжнародних та українських конкурсів і фестивалів. Мріє здійснити похід у гори, навчитися лікувати людей, приймати участь у змаганнях і з веслування на байдарках. Святослав, да, очень хорошее исполнение на самом деле. Скажи, пожалуйста, припев, что там за слова? Ультря. А что это значит? Я не знаю. Ну, мы тоже не поняли. У тебя очень красивый голос, ты очень чистенько поешь, очень звонкий. Я тебе желаю развиваться дальше в классической манере. Очень хорошо. Молодец. Поздравляю тебя. Наступний учасник знайомий нам з першого сезону талант-шоу «Топ Кідс». Ось він, місто Одеса, Даніїл Іванов. Зустрічайте. Іванов Даніїл, 12 років. Займається співом, акторською майстерністю, плаванням. Багаторазово перемагав у всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах. Мріє стати відомим артистом та допомагати пенсіонерам, які цього потребують. Run on!
I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get lucky. Привет, Даня. Здрасте. Ты готов? Готов. Ну, мне очень понравилось. Ну, давай пройдемся по некоторым пунктам, если ты не против. Я никогда не против. Отлично. Значит, песня такая немножко рокового направления, да? Иногда хотелось бы от тебя немножко... Ну, вообще, ты должен был рвать, на самом деле. То есть, в принципе, все было отлично, но ты мог бы дать нам немножко больше. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, о чем песня? Ну, да, типа... Ну что, мы должны поднять все шум. Такая грубая, типа We've come to fun. От Daft Punk. Ну да, да, я понимаю. Мне просто интересно сам смысл. Ты понимаешь этой песни? То есть про что там поется? Ну в принципе да. Или нет? Ну так вот, понимаю. Но нет, походу. Ну, в общем, хорошо, дело не в этом. Мне просто интересно наблюдать вот со стороны, как 13-летний парень поет вот песню вот о том, о чем ты потом узнаешь, когда почитаешь. О том, как ему сегодня повезет, да, ночью. Скажи, пожалуйста, еще по поводу эмоций. Чуть-чуть вот, что такое форсирование звука, ты понимаешь? То есть ты хочешь передать эмоцию, да, за счет этого страдают, грубо говоря, связки твои. То есть ты хотел бы крикнуть, да, больше, или, ну, что-то вот, какое-то впечатление произвести, какой-то агрессии. Ну, это нормально для песни. Соответственно, ну, это такая техника, ей бы стоило бы подучиться. То есть, чтобы ты мог правильно подать вот эту эмоцию, да, чтобы ты кричал, но при этом не вредил себе. Это очень важно. Поэтому учись, продолжай, все отлично. В целом, я бы спел бы. Мне тоже, например, очень некомфортно двигаться вот во всех вот этих вот стилях. Мне вот дай гитару, и все, я счастлив. И мне никуда не надо ходить. Но все равно, в общем, молодец. Молодец. Ты хочешь что-то мне сказать в ответ? Нет, спасибо. Данечка, здравствуй. Здрасте. Могу сказать, что очень ярко, очень артистично. Очень классная песня. У нас столько было тут народных песен разных, да, и очень мало эстрадных. Это очень хорошая песня. То, что внимательно относиться к тексту, конечно, да. И ты знаешь, конечно, немножко больше про отдыха, а в целом ты очень артистичный. Тебе большое будущее, если ты будешь работать над собой. А так ты звезда. Спасибо. Наступна конкурсантка приїхала до нас із СМТ Чорноморське. Зустрічаємо Додонова Олександра. Моє ім'я батьківщина, велике легке крило. Моє ім'я Україна, і сонечка тепло. Моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні. Моє ім'я синє небо, я соняк малий під ним. Дадові слова Дніпром думав. Моє ім'я то Надія, моє ім'я то Любов, моє ім'я
що з нами Бог. Очень артистично, ты так старалась, я вижу, да? Давно занимаешься музыкой? 2 года. 2 года. Это только такое начало, да? Песня очень красивая, про Украину. Но, насколько ты знаешь, в музыке есть много жанров, правильно? Есть эстрадный жанр, есть академический жанр и есть джаз. И как раз только джаз отличает импровизация, да? В основном. У тебя в конце песни было очень много вставок, и если ты их делаешь, они должны быть, конечно, обоснованы. Ты должна понимать, почему ты поешь эту мелодию в конце, или эти слова повторяешь. Это должно идти от сердца. Если у тебя идет импровизация не от сердца, лучше ее не делать. Вот тебе такой профессиональный совет. В общем, молодец. А ноты ты учишь? В музыкальной школе учишься? Учишься? Тоже во 2-м классе в музыкальной школе? Нет, я закончила домру. О, умничка. Вот. Тем более, ты уже, можно сказать, немножечко ступил на музыкальную такую стезю. Старайся более четко разбираться в жанрах, в их стилистике, в красоте. И это тебе даст только плюс. А так ты очень музыкально, продолжай работать над собой. Спасибо. Молодец. А ми хочемо подякувати всім нашим друзям, партнерам та спонсорам, хто допомагав в організації та подарункам дітям. Thank you.